Вместе к новым вершинам. В Дагестане прошел первый инклюзивный фестиваль творчества детей и подростков. В стенах Кумыкского театра прошла выставка картин детей с ограниченными возможностями, а также совместный концерт с участием оркестра Дагестанской филармонии. То, как творчество влияет на особенных детей, увидела Лиана Парчуева. Арслан Гасанов всегда хотел путешествовать. Он уже давно изучает разные страны. Свою страсть он передал в рисунках, на которых изобразил самые известные достопримечательности и маленькие улочки разных стран. Я люблю, где больше снега, холода, если честно. Да, знаю, холодно, но все равно люблю что-то снежное такое красивое с пейзажами. И что же мне еще нравится? Народные костюмы, узоры, орнамент, архитектура. В фойе Кумыкского театра представлены работы детей с особенностями развития. Организаторы мероприятия убеждены, что такие события, вовлеченность в культуру, совместная работа с творческими коллективами благотворно влияют на состояние особенных детей. В первую очередь это меняет детей, потом особенных детей, их отношение к себе, появляется вера в себя, дальше вера родителей, которые скептически как-то раньше относились к этому, теперь уже по-другому смотрят. Большая проблема на сегодняшний день – это интеграция особенных детей в обществе. Инициатива провести фестиваль принадлежит Дагестанской государственной филармонии. С ребятами на сцене выступили и артисты. На протяжении всей своей творческой жизни у нас разные проекты. И вот сегодня мы открываем наш новый проект. Очень хочется, чтобы все произошло. Идея его – объединение творческих усилий воспитателей социальных и реабилитационных учреждений и профессиональных артистов. Насколько это удалось, эпизоды у нас будут только в этой концертной программе. Мы посмотрим, послушаем и сделаем с вами выводы. Всем участникам фестиваля Госфилармония подготовила памятные подарки. Лиана Парчуева, Амир Гитехмаев. Время новостей.